Другим темам. Все для победы продолжают делать рядовые ульяновцы. Очередной гуманитарный груз отправили сегодня из областного центра в зону специальной военной операции. В коробках уже традиционно продовольствие, теплые вещи, а также ценная техника, которая поможет бойцам выполнять боевые задачи. Это ноутбук, это 5 биноклей, это 5 тепловизионных прицелов, это инструменты для хозяйственной деятельности, 10 шуруповертов, бензопила, шурупы. Закупить данную технику и инструменты попросили военнослужащие 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Гуманитарный груз всегда формируется, исходя из потребностей тех, кто на фронте. Данные прицелы, если они снабжены еще тепловизором, он имеет многофункциональное действие. То есть мы же можем работать ночью на расстоянии. Особенно это необходимо для разведки. Не обнаружив себя, работать с расстояния, и потом передавать координаты данных выявленного противника. Уже с использованием этих координат работает наша авиация, работает наша арта. То есть это очень сильно помогает. Уже скоро еще один гуманитарный конвой отправят в зону СВО для бойцов мотострелковой бригады. Всего за последнее время федеральным казначейством региона, а также меценатами и неравнодушными ульяновцами собрано больше 1,5 миллионов рублей.